вторая волна отключения горячей воды ожидается сразу после праздников. Первыми без нее останутся жители Советского района и микрорайона Покровский. Подача горячей воды потребителям, запитанным от Красноярской ТЭЦ-3, будет приостановлена с 00:00 16 июня. Это микрорайон Взлетка, 1, 2, 3 Иннокентьевский, жилой массив Северный, улица Краснодарская и часть проспекта Металлургов. Кроме того, от ТЭЦ-3 горячую воду получают потребители в микрорайоне Покровский. Заполнение систем горячего водоснабжения начнется в 00:00 24 июня. Следующими без горячей воды останутся жители Правобережья, Ленинский, Кировский и частично Свердловский районы. Там воду отключат 7 июля.